прокурор указывает на то, что в текстовой части приложения к решению допущена ошибка в подсчете дней для подачи документов на должность главы Ачинского района, а именно упущено 8 календарных дней. В связи с чем, значит, с целью избежания каких-то юридических рисков, предлагается внести следующие изменения. А именно, первое. Извините, 8 рабочих дней. 8 календарных дней. Первое. Значит, внести в решение Ачинского районного совета депутатов следующие изменения. В пункте 1 решения слова 30 ноября, то есть 30 ноября это день конкурса, заменить словами 14 декабря. Забегая вперед, скажу, то есть мы продлеваем дни для подачи документов. В связи с чем сам конкурс предлагается перенести на 14 декабря. То есть в этом плане мы все дни соблюдаем, и юридические риски не наступают. Вторым пунктом в приложении к решению слова 30 ноября заменить словами 14 декабря по аналогии, слова 25 ноября заменить словами 9 декабря. То есть последний день подачи документов 9 декабря. Начиная с понедельника по 9 декабря в рабочие дни продолжается прием документов. Поэтому предлагаю, что удовлетворить протест прокурора и направить решение в прокуратуру. Другие предложения есть?